На календаре 20 февраля. 20 февраля 1894 года в Самаре открылся Дом трудолюбия. Один из первых примеров социального предпринимательства. Здесь нуждающимся самарцам оказывали не только благотворительную помощь, но и трудовую. Ровно 90 лет назад, 20 февраля 1930 года, на карте Самарской области появился город Чапаевск. Его история началась в 1909 году, когда приступили к строительству Самарского Сергиевского парохода. Порохового завода. 45 лет назад, 20 февраля 1975 года, в СССР был учрежден День войск противовоздушной обороны. Необходимость создания таких войск возникла во время Первой мировой войны. Тогда уже появились первые подразделения аэропланов, снабженных пулеметами и пушками. Великую Отечественную для фронтов противовоздушная оборона была оплотом советской армии. За годы войны советские ПВО сбили более 7500 самолетов, уничтожили больше 1000 танков и 1500 орудий. Ежегодно 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости. Поздравления с днем рождения сегодня принимает член Общественной палаты Самарской области Алексей Сергеевич Транцев. Также 20 февраля в разные годы были рождены советский кинооператор, деятель искусств Тимофей Лебешев, советский конструктор стрелкового оружия Евгений Драгунов, российская певица, бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова и другие знаменитости. В народном календаре сегодня день Луки. На Руси в эту пору женщины с самого утра пекли пироги с луком и кормили всех родственников. Также на Луку поминали усопших предков. Этими и другими событиями запомнился 20 февральский день. Прекрасного настроения вам и успехов во всех начинаниях!